Всем привет, дамы и господа, с вами Герман Пермяков, постоянно ведущий канала RedLine TV, инвестиционно-обучающего канала, и сегодня предлагаю вашему вниманию новости проектов инвестирования нашего проекта, в который мы инвестируем, поэтому смотрим новости инвестиционного портфеля. Итак, начинаем наш обзор, как всегда, с Cashbery. Это один из форвардов нашего портфеля. И сегодня представляем вам видео, мотивирующее видео, презентационное видео о новых возможностях, которые предоставляет Cashbery. Поэтому приводим видео полностью целиком, чтобы вы понимали, да, вот какие мотивационные ролики сегодня снимает Cashbery для продолжения своей работы. Поехали. Мечтал ли этот мужчина заниматься тяжелым физическим трудом, перекусывать чем придется и приходить домой грязным и уставшим? Хотела ли она многие годы пребывать в постоянном стрессе без права на ошибку? Планировал ли он крутить баранку всю жизнь? Хотел ли путешествовать по миру в одиночестве, оставив на дни, недели или месяцы дом и семью? Думала ли эта девушка целые дни проводить на ногах, получая небольшую заработную плату? Они устали от своей работы. Они не хотят так дальше жить. Они решили бросить такой путь. Ненужные вещи, ведь теперь они больше не нужны, потому что Cashbery дает новые возможности, новый жизненный путь и массу положительных эмоций. Теперь они могут позволить себе радоваться и делать то, о чем раньше и не могли мечтать. Становитесь как они, частью большой и дружной команды Cashbery, и вы сможете стать успешными и счастливыми на многие годы. Cashbery шагает по планете. Я лично присутствовал на открытии офиса в Киеве, в Украине, это первый украинский офис. Также я вам привожу офис в Дубае. Тоже за последний месяц Cashbery открыли представителя в Дубае, поэтому смотрим репортаж именно с места событий. Поехали. такое аналитический отдел Cashbery? Об этом нам поясняет CEO, да, генеральный директор корпорации или холдинга Артур Варданян, поэтому слушаем его внимательно и понимаем, чем занимается аналитический отдел и почему он важен в работе данного холдинга. Смотрим. Добрый день, уважаемые партнеры. На связи Артур Варданян, руководитель холдинга Cashbery. И в этом видео у меня для вас очередные хорошие новости. Как вы все уже знаете, наша компания развивается семимильными шагами на протяжении нескольких лет, последние из которых 1,5 года, акцент компании обрел инвестиционную направленность. Темпы нашего роста потрясают ведущих экспертов. Такой рост накладывает на нас, как на руководство, колоссальную ответственность за всех вас и заставляет тщательно подходить к принятию каких-либо решений. Парадигма нашего управления заключается в тщательном изучении и аналитике бизнес-процессов нашей компании. Простыми словами, прежде чем ввести какое-либо изменение или новую функцию на нашей платформе, мы внимательно изучаем возможные последствия. И только после этого вводим новый функционал на нашем сервисе. Именно аналитика является ключевым этапом в принятии абсолютного большинства решений. И отдел аналитики является одним из самых важных в нашей компании. Уже совсем скоро отдел аналитики начинает работу с вами, уважаемые инвесторы. Буквально с 15 июля 2018 года в личных кабинетах у пользователей нашего сервиса начнут появляться всплывающие окна с просьбой ответить на тот или иной вопрос, касающийся работы нашей компании. Мы с вами выстроили этот канал коммуникации не случайно. Мы вышли уже на такой уровень развития компании, в котором мы должны четко понимать все проблемы компании и ее точки роста, выявлять которые мы можем только совместными усилиями. С помощью вопросов мы будем понимать природу некоторых явлений в компании, прогнозировать направленность роста, прогнозировать возможные сценарии развития событий в компании. Моя личная просьба каждому из вас заключается в следующем. Нужно очень серьезно относиться к опросным листам, которые мы будем просить вас заполнять. Отвечать нужно предельно откровенно и объективно. Если вас спрашивают о какой-то функции, которая вам не нравится, прямо отвечайте на это в опросной ведомости. За негативный ответ вас никто не накажет, лично это гарантирую. А вот ваш честный ответ поможет осознать нам, что нравится или не нравится нашим пользователям. И поможет принять очень много правильных решений. Давайте вместе улучшать нашу компанию. И напоследок, прими правильное решение. Ну и открытие офиса в Киеве, где присутствовал ваш покорный слуга. Я снимал, брал интервью у менеджера М20. Это один из высочайших уровней Cashbery, те, которые входят в лидерский совет, в лидерский состав. Поэтому будет краткая вырезка, ссылка на него будет в шоу-нотах, вы можете посмотреть полностью репортаж, отснятый мной и смонтированный моими коллегами для вашего удобства. Смотрим. Офис открывает моя основная ветка, это Дарья, которая будет директором. У нее здесь также есть ряд партнеров. Они, в принципе, рады видеть всех, кто к ним придет в гости с какими-то вопросами, предложениями, идеями. Всегда готовы к сотрудничеству. Вот. Ну и, конечно же, хотим сказать то, что будем очень активно, вот особенно лето, работать. Никто не собирается отдыхать. Развивать Украину, именно Киев, Одесса, Львов и другие города, я думаю, очень активно пойдет построение структуры, потому что в России уже открыто на текущий момент 175 офисов, у тебя то ли 176, то ли 170 у нас. 170-й? Да. Ну просто после нас уже новые заявки пошли. А, все, да, я понял, у вас заявка 170, все. То есть вот 170-й офис, это офис в городе Киев. Вот. И я на самом деле очень рад, то, что мы первые это сделали. Ура! Ура! Прошу, вырезай. Ура! 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 Все, все, давай теперь буквально за открытие офиса по бокалу шампанского. Открывайте, ребят, и пойдем уже, соответственно, в конференц-зал. Там уже поговорим. Прошу проходить, кто еще не был. Заходите, смотрите, кому нужно, можно пофоткаться. Пока еще офис, конечно, не до конца развешен, но... Там гостиница и справа от нее. Что я написала? Ладно. Давай. Теперь переходим к новостям суперкопилки. Тоже значительный проект, куда вложены на сегодняшний день большие средства. За последний месяц я сделал закольцовку, я вложил средства в развитие проектов в суперкопилке. Здесь много бонусов, здесь много как бы акций проводится, да, также аналитический центр, колл-центр они создали. Поэтому давайте посмотрим в новостях, что было сделано за последний месяц в данном проекте. Акция «Парус». 25 июня стартовала акция «Парус», участие в которой позволило всем участникам сообщества прийти к высокому доходу и созданию своих стратегий пассивного дохода. Акция длилась до 1 июля, поэтому, естественно, всем участникам было рекомендовано принимать участие в акции в течение периода. Период этой акции длился всего лишь 3 дня. Условия акции были простые. Необходимо было создать 10 депозитов с названиями «Парус», пронумеровав их от 1 до 10, и к сумме совершенных вкладов по акционным депозитам участники получали от 5 до 20% бонусов на счет предоплаты. Стоп-скам. Суперкопилка выплачивает своим участникам компенсацию потерь в других проектах. Программа StopScam работает уже 10 месяцев. За это время по данной программе обратилось более 300 участников, которым было начислено компенсации на сумму более 100 тысяч долларов. В программе StopScam на сегодняшний день принимают участие 4 блога. Если вы также являетесь блогером, тогда, естественно, вас Суперкопилка тоже приглашает принять участие в StopScam, с помощью которой вы сможете помочь своим подписчикам вернуть потери в других проектах. Новости Waterfall Club. Тоже один из больших сумм, где у меня лежит сейчас. Это один из больших проектов. Я тоже сделал, мы по нему снимали ряд проектов, в том числе по экспериментам в последнее время, да, с экспериментами. Поэтому смотрим новости, какие произошли за последний месяц. Всем добрый вечер. И у меня для вас есть приятные новости. Я думаю, что они затронут каждого. Первое, я видела ваши вопросики в чатах, которые вы писали после того, как я сегодня дала информацию, что будут новости. Первое беспокойство ваше я увидела, когда отписывали, что, наверное, Нелли внесет какие-то изменения по поводу аукциона, да, потому что аукцион у нас такая самая сейчас востребованная программа, которая позволяет, действительно позволяет людям выйти на хороший доход за достаточно короткое время, на надежный доход, который программа «Водопад» и администрация выдерживает абсолютно все заявленные наши моменты. И вы сами убеждаетесь, что за период работы с 4 апреля у нас не было ни единого сбоя по «Водопаду». Я не беру другие программы, которые достаточно сложные, там недочеты бывают, над ними работаем, исправляем все своевременно. Есть моменты, которые не от нас зависят и не от нашего сайта, поэтому это достаточно такие моменты, которые рабочие, они бывают, могут быть, поэтому мы со своей стороны стараемся отреагировать на все ваши просьбы. Если где-то какие-то недочеты вы видите, если они действительно есть, они исправляются. Так вот, по поводу «Водопада», по поводу аукциона. Значит, аукцион у нас как работал, так и продолжает работать. И пока я вообще беспокойство с вашей стороны не должна видеть, потому что все как запланировано, так и работает. И работает на опережение. По маркетингу было запрограммировано, что у нас включение без лимита и вот этот переход на практически круглые сутки покупки нашего ваучера будет гораздо быстрее, чем у нас произошел. То есть с самого открытия программы вы все знали, что у нас есть безлимит, который будет открываться, если вдруг не будет выбираться лимит. Да? У нас он с вами стал открываться совсем недавно, поэтому у нас, еще раз говорю, мы работали с вами на опережение, то есть на 200%, на 100% это когда работает вот именно по такому принципу. У нас работал на 200%, потому что мы с опережением шли. С увеличением лимита, да, немножко меньше стали раскупаться. Почему меньше раскупаться стало, не могу сказать. У нас, в принципе, нормальный приток идет, нормальный отток идет денежных средств. Но вот смотрите, у нас лимит, я писала вчера в чате, очень маленький. Что такое 57 тысяч? Что такое 57 тысяч долларов? Да практически ничего. Если взять на сегодняшний день наш лимит с вами 57 тысяч, у нас участников аукциона сейчас 360 партнеров. Вот вдумайтесь. Новости Avtomain приводим тоже, цитируем с их канала, чтобы посмотрели, как развивается данный холдинг. Тоже очень интересный холдинг с точки зрения инвестирования, поэтому просто смотрим, внимаем, как развивается компания за буквально вот на глазах за последний месяц. На этой неделе полностью изменился регламент приобретения депозитов. Эти изменения прежде всего позволяют совершать более быстрый оборот инвестируемых средств. И что самое важное, теперь появилась возможность нерегламентного вывода средств. Партнеры теперь имеют возможность продавать свои внутренние средства в любое удобное для них время. Покупка любых депозитов на всех торговых площадках осуществляется только с баланса личного кабинета. Для всех торговых площадок комиссия за пополнение баланса отсутствует. На все ресурсы холдинга был добавлен новый раздел «Платежные системы компании». В разделе приведена подробная инструкция по всем платежным системам, способы регистрации в них и все условия работы ЭПС. Следует отметить, что для всех стран перечислены все способы пополнения и вывода средств со всех платежных систем, предоставленных в холдинге. В рамках развития началась работа над разделом продвижения компании. В этом разделе холдинг предоставляет профессиональный инструмент продвижения рекламы, а также построение структур для каждого партнера компании. В него войдут только самые эффективные способы рекламы и раскрутки продвижения бизнеса. Все инструменты будут работать на полном автомате и доступны для каждого партнера в сети. Новости по разработке электронной платежной системы холдинга. Продолжается работа по собственному платежному сервису Avtomain Cash. Руководитель холдинга Александр Фирсов подписал ряд контрактов с международными ЭПС. Были достигнуты соглашения об автоматической валютной конвертации и интеграции Avtomain Cash с платежными площадками партнеров как в валютном сегменте, так и в криптовалютном секторе. На этой неделе стали доступны внутренние переводы средств по всем торговым площадкам. Это позволяет каждому партнеру свободно продавать средства с баланса со всех торговых площадок в любое удобное время. Данные изменения прежде всего позволяют совершать более быстрый оборот инвестируемых средств и, что самое важное, теперь появилась возможность нерегламентного вывода средств. В рамках развития компании холдинга началась работа над новым сервисом Avtomain Trading. Основной задачей этой компании является централизованная биржа для каждого партнера. Отличительным функционалом станет возможность продавать на этой торговой площадке внутренний баланс любому партнеру в любой валюте. Также на этом ресурсе появится новое направление акций всех предприятий холдинга Avtomain. Акции холдинга будут иметь отдельную доходность, свою ликвидность и возможность продажи с аукциона по биржевому курсу. Покупка акций будет доступна как за наличные, так и за внутренние средства с баланса. Новости по развитию холдинга Avtomain Taxi. Началась работа по улучшению функционала компании. Причем изменения и расширение функционала коснутся не только улучшения работы водителей, но и приложения для пассажиров. В частности, разрабатывается уникальный функционал по продвижению компании. Одной из особенностей новой системы является возможность для каждого водителя или пассажира зарабатывать на продвижении компании. Новости международного обменника валют холдинга Avtomain Bestchange. На прошлой неделе в компании прошел юбилейный 500-й обмен в рамках розничной торговли. Также прошел 200-й обмен в рамках договорных обязательств компаний и предприятий контрагентов холдинга Avtomain. Александр Фирсов поздравил коллег с достигнутыми рубежами и пожелал дальнейшего успешного развития компании Avtomain Bestchange на рынке этих услуг. На этой неделе началась работа над новым сервисом холдинга «Телефонная горячая линия технической поддержки». Сервис будет доступен круглосуточно. Также разрабатывается автоматическая система тикетов технической поддержки. Это позволит наиболее комфортно и, что самое главное, оперативно решать вопросы не только консультационного характера, но и решение вопросов технического плана для всех партнеров холдинга. С 10 июля был достигнут еще один рубеж. Холдингу Avtomain исполнилось ровно 7 месяцев успешной работы. За время работы холдинга был намечен большой сценарий развития, реализации которого выполняется ежедневно всем коллективом. Главные торговые позиции, а также бизнес-решения в целом только начинают приближаться к своему исполнению. За 7-месячный период работы запущено всего 10% мощностей холдинга. Основные бизнес-решения, технический функционал и медианаправления еще впереди. Хочется отметить, что за этот отрезок времени многие партнеры достигли серьезных результатов как в обычном направлении инвестирования, так и в построении профессиональной команды. В рамках развития технической части холдинга на этой неделе на всех торговых площадках был добавлен новый функционал – верификации профиля партнера. Каждый партнер теперь видит не просто логин своего спонсора, а полную информацию о нем – фото, имя, фамилию, телефон, скайп и почту. Вместе с этим в разделе «Мои рефералы» данная информация доступна и по каждому партнеру в отдельности. Верификация профиля не является обязательной, однако для всех партнеров этот инструмент позволит гораздо эффективнее выстраивать бизнес, расширяя команду и структуру. Эта позиция также позволяет многократно и эффективно увеличить обороты всех команд холдинга. Новости по развитию филиалов холдинга Avtomain. В геленджикском офисе на прошлой неделе состоялось совещание руководителя холдинга Александра Фирсова и других руководителей филиалов. На совещании был намечен план развития по нескольким городам и регионам России. Александр Фирсов отметил высокий профессионализм коллег и четкую работу в направлении развития компании в целом. В частности, был утвержден список открытия филиалов в следующих городах: Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва, Сургут и ряд филиалов в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках поздравления и достижения новых рубежей в развитии компании Александр Фирсов выразил огромную благодарность руководителю геленджикского филиала Серебренниковой Елене. Также он поздравил Елену с маленьким юбилеем работы ее отделения. На прошлой неделе филиал исполнился 1 месяц успешной работы. К поздравлениям присоединился весь коллектив холдинга. За время работы филиала Елена повысила свой профессиональный статус до уровня профи 21, что является бесспорным лидерством в компании. На этой неделе Александр Фирсов поздравил еще одного юбиляра, лидера компании Фариду Гайсину. Фарида отметила также 1 месяц успешной работы уфимского филиала. Мы ее поздравляем и желаем ей профессиональных побед и крепкого здоровья. Руководство компании также поздравляет Наталью Фиш с новым 7-м статусом профи, а также с открытием филиала под ее руководством в городе Санкт-Петербурге. Новости Brilliant Miners. В последнее время вы на нашем канале видите, что я провожу стримы в разделе «Привет, Рунет» именно по Brilliant Miners и также Академию по бриллиантам, где вы можете изучить какие-то нюансы, как инвестировать в бриллианты. Итак, сегодня смотрим интересное видео одного из моих коллег. Я вам привожу, как человек собирается заработать 5 биткоинов именно на Brilliant Miners. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, с вами на связи Эдуард Затулвиттер, ну, собственно, как обычно. Один раз выговоришь мою фамилию и не забудешь ее больше никогда. Сейчас я нахожусь в священном месте. Это маяк, который построен усилиями более 80 стран в память человеку, который открыл Америку. Но он сам об этом не знал, конечно, он думал, что он открыл Индию. Думаю, многие из вас уже догадались. В память Кристофору Колумбу. Маяк этот расположен в городе Санто-Доминго на территории Доминиканской республики, который расположен на острове Гаити. Именно здесь я совершу свой второй вклад в компанию Brilliant Miners. Я думаю, он будет такой же удачный, как и первый. Мой первый депозит на треть биткоина на 3 месяца отработал безупречно, и с 0,3 биткоина я сделал почти пол биткоина за 3 месяца. Я очень рад этому, благодарен компании Brilliant Miners, поэтому принял решение сейчас сделать еще один депозит на 3 биткоина, только уже сроком не на 3 месяца, а на полгода. И таким образом за 6 месяцев с 3 биткоинов я получу 5,1 биткоина. Так как максимальный депозит на таких пакетах составляет 1 биткоин, поэтому я куплю 3 пакета по 1 биткоину. Вот. И хочу напомнить еще об одной вещи. Brilliant Miners занимаются не только криптовалютами, но у них есть собственный магазин по продаже бриллиантов и ювелирных изделий. Также у них есть собственный ювелир. И если вы вкладываете деньги не в криптовалюте, а в долларах, то есть покупаете долларовые пакеты, то вам полагаются бриллианты. Также бриллианты дают за закрытие различных карьерных статусов при построении сети. Так вот, прелесть заключается в том, что данные бриллианты вы можете получить как в чистом виде, абсолютно бесплатно, да, то есть в виде бонуса на ваш вклад, либо при достижении карьерных уровней в виде награды. Либо же вы можете связаться через техподдержку непосредственно с руководством, с поддержкой Brilliant Miners и заказать какое-нибудь ювелирное изделие у ювелира компании, чтобы он туда интегрировал полагающийся для вас бриллиант. Таким образом, ребята, я полагаю, что делаю ставку на то, что как минимум в ближайшие полгода у Brilliant Miners будет все окей. Вот, и я рассчитываю, что намного дольше. Вот, поэтому вот сейчас вот к нам подъедет сюда наш туристический автобус, и мы, пока люди будут ждать, я встану и сделаю депозитик на 3 биткоина в этом священном месте. Считаю это для себя жизненно важным. Brilliant Miners является спонсором заказа криптовалютных карт. Как и где это делать, вы узнаете из следующего видеосюжета, чтобы понять, что в принципе это возможно, и потом как вы можете обналичивать это у себя на банкомат свою локальную национальную валюту. Привет, с вами Екатерина, и как вы уже поняли из названия этого ролика, речь сегодня пойдет о проекте Brilliant Miners. У нас есть 2, даже 3 новости. Во-первых, компания исправно выполняет обязательства перед своими инвесторами и выплачивает еженедельно проценты по нашим криптовалютным портфелям. В истории транзакции мы видим, что я получила 2 вывода 11 июня, 23 рипла. В обозревателе блоков Ripple мы видим эту транзакцию, и 0,18 эфира. В обозревателе блоков EtherScan мы видим также эту транзакцию. Вторая новость касается партнерства. Как мы знаем, компания Brilliant Miners сотрудничает с 2 международными компаниями по добыче, огранке и сбыту бриллиантов – Sishu International и BG Sun Group. Документы можно найти на лендинг-странице Brilliant Miners, а ссылочку на этот лендинг вы можете взять прямо в своем кабинете. Вот она здесь находится слева. Так вот, вчера стало известно, что Brilliant Miners пополнил список своих партнеров, и теперь в их числе компания Innovation Blockchain Technology Limited. которая занимается подключением блокчейн-проектов, разрабатывает платежные системы и занимается выпуском пластиковых карт, подключенных к системе IBT Pay. Компания Innovation Blockchain Technology осуществляет свою деятельность в рамках закона Евросоюза. Ну и третья новость. Сотрудничество с этой компанией заключается в сфере корпоративного обслуживания клиентов Brilliant Miners. Поэтому сейчас у всех партнеров и инвесторов компании Brilliant Miners есть возможность предзаказа пластиковой карты со скидкой. На сегодняшний день действует предзаказ на 5000 пластиковых карт по типу MasterCard Classic в долларах и евро. Стоимость такой карты 30 евро или 50 евро при заказе сразу двух карт. Обслуживание такой карты обойдется в 4 евро 95 центов за год, притом первые 2 месяца бесплатно. Доставка также бесплатна, смена пин-кода 1 доллар. А снятие с банкомата наличных обойдется в 2 доллара 60 центов, либо 2 евро 40 центов. Лимит на снятие также имеется, это 10 тысяч долларов или евро в месяц. По вопросам бронирования карт обращайтесь в чат Telegram Brilliant Miners, а именно в личные сообщения аккаунт Brilliant Miners. После открытия корпоративного счета для компании у нас появится возможность напрямую делать выводы из своего кабинета на карту и снимать наличные в банкоматах своего города. 22 июля текущего года в Киеве состоялась криптотусовка Brilliant Miners, где, в общем-то, была криптоконференция, ну, скорее всего, семинар. Поэтому краткую информацию об этом смотрим в следующем видеосюжете. Видео эксклюзивное, предоставленное именно руководством Brilliant Miners нашему каналу RedLine TV. Смотрим. 22 июля 2018 года в городе Киеве в Украине состоялась криптотусовка с Brilliant Miners. Спикерами выступили запорожец Артур и Редько Александр, и где они описывали, как инвестировать в бриллианты с помощью криптовалют, такие как Litecoin, Bitcoin, Ripple, Dash и так далее. Проект Invision.Life. Мы тоже я за последний месяц в Одессе посетил конференцию, презентация, которая состоялась именно по Invision.Life в городе Одессе, тоже есть на нашем канале. Об этом видео отчет, который я сделал, кратко информация по Invision.Life сейчас на ваших экранах. Invision.Life is an advertising and trading platform that changes the attitude of people in advertising, because with us, its viewing becomes profitable. We pay the interested user for each viewed ad unit. This interaction model helps buyers and advertisers find each other. Our company unites 3 categories of participants: users, advertisers, and partners. Let's take a closer look at the categories of participants. A user is a member who scans ad units at any convenient time and earns 1 AC per day in just a few minutes. What is an AC? Advertising coin is an internal unit of measurement that equates to $1, when AC is equal to $1. You can view advertising announcements both on your computer, in your account, and with our original application, which is already available on Google Play and will soon appear on the App Store. An advertiser is a participant who has the opportunity to talk about his products or services with the most minimal budgets and highest conversion. A partner is, without exaggeration, the most profitable category of participants. By purchasing one of the company's main advertising packages, you have the most unique earning opportunities. More details about the terms of cooperation you can find on our website in the section Cooperation. Now, let's look at how accruals are ensured for our members. Once you have passed a simple registration, you can already earn on viewing advertising. For each ad unit viewed, the company charges you at a rate of 1 AC, which is accrued immediately after viewing the ad unit. What are the different balances for? Each of the 3 balances is created for a specific purpose. For example, accruals to the main balance are available only for the purchase of the package or transfer to the advertising and commodity balances. With funds from the advertising balance, you can use to submit your advertising, and funds from the balance of goods are available for purchases in our store, which will soon be available in the section Our Shop. Once you purchase any of the packages, including Mini, accruals are made exclusively at the interest rate, which is indicated on the package. One AC from the viewing of the advertising is no longer charged because from now on, you are paid for the active package or packages. All the detailed information on working with the advertising and trading platform can be found in the section Academy. Also, you can ask any question by contacting our support service or order a callback. Contacts you will find on our website. Just scroll down and choose the most convenient means of communication for you. As you have already noticed, our service operates in a beta testing mode, which means that work is still underway to improve and approve the service. Invision.Life company launches prizes among its partners. You have a chance to win one of the main advertising packages. The terms of the lottery are very simple. You buy the basic package of any denomination and participate in drawing a package of the same denomination. To become a member of the lottery, you can in the period from the 9th of July to the 9th of August. Invision.Life has become even closer to its users, and now our site is available in English. Discover all the advantages of the service in an international format. In the future, we plan to constantly increase the number of available languages to make the site even more comfortable for all users, regardless of the country of residence. We always keep in touch with our customers, so you can find us in the most popular social networks as well as instant messengers. Join us at the Telegram, VK, Instagram, Facebook, and Twitter. Новый проект NXT, дубайский проект, который призван создавать планшеты для детей, именно обучающие планшеты. Пока я делал обзоры, он был на английском, буквально вот во время монтажа и съемки данного выпуска новостей сайт был переведен на русский, поэтому, естественно, мы будем об этом говорить уже как бы в рядовых выпусках, информационных выпусках на нашем канале RedLine TV. Сейчас просто смотрим отрывки из личного моего видеошота, с нашего канала, как я вводил и выводил начисления в компании NXT. При регистрации в проекте NXT я сразу заметил, что здесь лаг. Они пишут, что они послали смс с кодом, но на самом деле пришел на почту. Будьте внимательны и проверяйте свою почту с кодом. Мы ее копируем, вставляем и жмем регистрация. Да, вот так. Вот теперь, то есть они шлют, то есть им нужен телефон, то есть по идее должен быть смс-код, но приходится на email. И вот они еще дополнительный проверочный email присылают, да? Confirm registration, то есть подтвердить регистрацию. И в общем-то мы видим вот такой вот интерфейс у себя на мониторе. Даже что-то уже. Они мне напоминают, что я первый раз залогинился в эту систему, но в общем-то я и без вас знаю. Вот, и сейчас пройдемся кратко по тому, что здесь происходит. Итак, сейчас просто смотрим по NXT Company, да, что у них здесь есть за что за предмет их бизнеса, да, вот есть About Products, есть что производит компания, но это, во-первых, планшеты, это софт для вот этих очков виртуальной реальности, да, Дальше есть инвестиционные планы, которые, в общем-то, нам нужны на данный момент. Остальное нам уже расскажет Майя. Вот есть видео презентейшн. Вот, нас интересуют больше инвестиционные продукты, то есть все остальное, я думаю, уже расскажет Майя. Обзор по самому сайту. Итак, здесь есть три инвестиционных плана: Basic, Advanced и Progressive. То есть Basic от 25 до 999, довольно-таки широкий разброс, и от 1000 до 10 тысяч, в общем-то, да. Следующий, то есть в день получается 0,5% и 15% в месяц. Ну, в общем-то, вот в самом большом плане 21% в месяц. В общем-то, здесь у нас, ну, можно инвестировать вот такую сумму. Давайте, видите, что выплата 200 дней идет полностью оборотный период. Вот в год получается 182%. Криптовалютным новостям, опять же, по бирже DEEX, который, в общем-то, мы рассказываем в каждом выпуске новостей. Сегодня говорим о том, какие изменения произошли тоже за последний месяц, и смотрим краткий видеосюжет. Возможность людям инструмент производить свои услуги. И вот он, если сказал, что вот он на всех вот так пальцем стал, это сразу стало стоить в 10 раз дороже, понимаешь? Да. Я думаю, что сообщество не оценило черный квадрат Малевич. Абсолютно. Это какой-то хайп был, типа, как раз криптовалютного. Это... То есть, чтобы картина дорожала, должен быть популярным художник. Картина должна показываться на выставках, ее должны критики рассматривать. Да. Я сделал. Да. Это бесценно. А тут еще зарабатывать можно. Конечно, на этом. Конечно. В этом и смысл. Вообще супер. В этом и смысл. Возникает вопрос, как во всех блокчейн-системах, валидности первично вносимых в блокчейн данных. Ему нужно сделать что? Ему нужно прийти в галерею, верифицированную у нас, либо верифицировать галерею, которая ему близка. Децентрализованная криптобиржа DEEX проводит криптолотерею, поэтому смотрим даже сейчас, как они это делают и как они это делали. И, ну, в общем-то, надеемся, что это будет продолжаться. Ну, в ближайшее время они будут, наверное, ну, подобные мероприятия устраивать все чаще, потому что, в общем-то, они уже как бы открылись, да, они уже сейчас запустились, и у них, естественно, реклама пойдет более как бы масштабно, поэтому смотрим. Криптовалютная биржа DEEX Exchange запустила сайт лотереи, на который вы можете выиграть бонусные токены, совершив ставку на предположительный курс по завершению лотереи. Конкурсы будут проводиться регулярно, поэтому каждый сможет принять в них участие. Ну что ж, приступим. Для совершения ставки нам необходимо нажать кнопку «Сделать ставку». После чего мы видим, открывается дополнительное окно. Вводим предположительный курс. Предположим, что 10 июля в 3 часа дня цена токена составит 14 центов. Делаем ставку. И, как мы видим, нас перенаправляет на биржу DEEX, где также необходимо ввести ник аккаунта, с которого будем оплачивать ставку в размере 1 токена. Нажимаем «Подтверждение». Авторизуемся в аккаунт. Нажимаем кнопку «Войти». И подтверждаем саму транзакцию. DEEX открыла свой первый кран, где раздает бесплатно токены, поэтому смотрим, как их взять. И можете, в принципе, по ссылочке пройти внизу на DEEX и, в общем, зарегистрироваться и забрать свои токены. Поехали. Криптовалютная биржа DEEX Exchange запустила кран собственных токенов. Для получения токенов DEEX необходимо выполнить всего несколько простых действий. Итак, приступим. При входе на сайт DEEX for Free мы видим на главной странице две кнопки. Одну уже для зарегистрированных пользователей, а вторую для тех, у кого еще нет аккаунта. В моем же случае будем получать токены уже на имеющийся аккаунт. Нажимаем на кнопку, что у нас уже есть аккаунт. И как мы видим, всплывает окно получения токена. Вводим свой логин. Проходим капчу. И на этом, пожалуй, все. Подтверждаем. Как мы видим, заявка успешно создана. Переходим на свой кошелек на блокчейне. Обновляем страничку. И видим, что токены моментально зачисляются на наш счет. Ну и теперь переходим к реальному сектору экономики, в котором мы инвестируем, это венчурное инвестирование. И сегодня опять же говорим о Skyway, и все новости за предыдущий месяц мы собрали в один выпуск. Итак, смотрим их выпуски, нарезку их выпусков новостей, вернее, ну как бы не самих выпусков, а превьюшек выпусков новостей по Skyway. Смотрим. Какими же событиями была наполнена прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Струнный транспорт Skyway перешел из условного легкого веса в полусредний. Это не имеет никакого отношения к спорту, просто это наиболее яркое описание прошедших ходовых испытаний 14-местного юнибуса и усиление позиций Skyway в целом. Мы уже неоднократно рассуждали на тему космоса. На этот раз мы поговорим о том, насколько может сделать его ближе к нам разработка создателя струнного транспорта Skyway Анатолия Юницкого, которую он назвал просто «Общепланетное транспортное средство». В эти дни в экотехнопарке стартовали приемочные испытания нового промышленного образца подвижного состава Skyway, который носит имя Unicar. Узнаем о его характеристиках и ходе этих испытаний непосредственно из самого сердца Skyway экотехнопарка. 21 и 22 июля 2018 года на берегу Балтийского моря в городе Таллин пройдет уникальное мероприятие – международный бизнес-тренинг для профессионалов и руководителей 3D Coaching in Business. Вы можете стать частью этого события и принять участие в интересном мероприятии. Компания Dassault Systems объявила о том, что Skyway Technologies Inc. внедряет платформу 3D Experience для объединения возможностей разработки, инженерии, строительства и производства в единой цифровой среде. Сразу несколько статей нового выпуска научно-популярного издания «Машины и механизмы» были посвящены струнному транспорту и идеям Анатолия Юницкого. Почти треть выпуска рассказывает о самых разных аспектах струнных транспортных систем Skyway. В сентябре этого года в Берлине запланирована долгожданная премьера высокоскоростной модуль Skyway. Новинка уникальная по многим параметрам и уже вызывает удивление. Мы расскажем то, что стало известно нам уже сейчас. Новость о высокоскоростном Skyway вызвала достаточно бурную дискуссию, поэтому мы решили обратиться за разъяснениями к создателям и генеральному конструктору технологии Skyway. 5 августа в Минске состоится конференция Skyway Capital, на которой все его участники смогут поделиться своими впечатлениями о прошедшем Экофесте 2018. Узнать новости от представителя головной компании Skyway, а самые активные наши партнеры получат заслуженные награды. Перспективы Skyway в Крыму. Мнение эксперта в области экологии о внедрении Skyway на Крымском полуострове. Технология Skyway для стран шелкового пути. Подробности участия Skyway в международном форуме в Астане. Представители правительства Арабских Эмиратов в экотехнопарке. Переговоры на территории разработчика. ЗАО «Струнные технологии» прошли аудит одного из 4 крупнейших аудиторов. Skyway на Международном транспортном конгрессе в Сингапуре. Первые новости. На гребне волны Экофеста 2018 анонс международной конференции Skyway Capital в Минске. Международный тренинг Skyway Capital в Таллине. Научитесь быть эффективным управленцем. Теперь к новостям о мотор-колесах Дуюнова. Сегодня говорим о том, что мотор-колесо Дуюнова было установлено на автомобиль. В принципе, это не первый автомобиль, где было установлено мотор-колеса Дуюнова, да, не первое транспортное средство. Сегодня мы говорим о автомобиле Pikman. И, в общем-то, давайте посмотрим в сюжете, да, что это за машина, да, и как там ведут себя колеса Дуюнова. Поехали. Окей. А теперь, в общем-то, ни для кого не секрет, что по мотоколесам Дуюнова проходила конференция, вот, то есть инвестора съезжались, вот, и были определены цели на второй год работы. Я думаю, те, кто уже является инвестором, тем интересно, чем будет компания заниматься на второй год, потому что, в общем-то, она достигла за первый год достаточно больших результатов. Поэтому смотрим, что они будут делать на второй год работы. Спасибо большое, друзья. Я понимаю, что вот эта часть с этими цифрами, да, вы уже часто его слышите, она, возможно, не так вам интересна. Да? Часть про технологию, про техническую часть у нас вот идет прямо после моего выступления, но отчетная встреча, она как бы томная и отчетная, что мы подводим итоги предыдущего и ставим цели на будущее. Вот эти вот цели, которые Паша сейчас рассказывал, мы когда начинали, мы еще сами-то и не знали, если честно, насколько оно быстро пойдет, и пойдет ли вообще, и так далее. Поэтому прогнозировали, ну, так скажем, не основываясь на фактах. Сейчас мы имеем результат, мы имеем много друзей, да, вот, всех участников, здесь это подтверждение. Соответственно, и нам нужно сейчас как-то вам показать наше видение, То есть вот, знаете, когда ставится какая-то цель, такая большая, не знаю, поставить предприятие, оно в каком-то случае, ну, творческое такая. Ну, то есть там много процессов, там не видно точного пути действий. Потом эта большая цель, она берется и разбивается до маленьких шагов, то есть до механических шагов, до простых. Здесь такое понятие, я здесь, кстати, учился в компании Business Mall в 2014 году, здесь выстал Дашкин с Осиповым, вот я сидел там. Тогда, ну, все это было задумано, этот крауд-инвестинг после того, как я отучился. Вот. И там было слово декомпозиция. Декомпозиция, то есть это разбивка большой глобальной цели, которую сделать как непонятно, до каких-то конкретных, понятных маленьких шагов и основанная на неких тестах. То есть мы попробовали, работать, значит, повторяем сколько-то раз. Вот. В чем выражается, потому что не помню, на цифры нет уже у нас, да, никаких? Мы пощелкали по презентации, я не помню. Какие планы? Значит, следующим образом, Кто увидел наш план реализации проекта, вы видели, что на второй год у нас план был 600 миллионов рублей. Этот план также остается, но это план некий минимальный или достаточно предварительный для реализации проекта. Мы же планируем за этот год, мы понимаем, что мы, у нас не будет такого столь яркой экспонента, как была, да, вот по росту. Но мы понимаем, что все равно будем расти, и поэтому мы для себя планируем, что мы привлечем где-то 1,2-1,5 миллиарда рублей за вот год, который начался. И в следующем году мы с вами соберемся. Аудитория, ну, я думаю, уже будет такая, скорее всего, в космосе, в большом зале, где у нас будет там порядка 1000 человек у нас сидеть, да, и мы вот так же, там, может быть, там, с Павлом, и, вернее, надеемся, что не только с Павлом, а с большой там, группой единомышленников, которые также будут выступать, также что-то делиться, рассказывать, выступим и с радостью, да, с гордостью отчитаемся о том, что привлечено более 1,5 миллиарда именно за тот год. А для этого достаточно простые шаги и достаточно простых цифрах все это выражается. Смотрите, для того, чтобы нам обеспечить 1,2-1,5 миллиарда рублей инвестиций за следующий год, нам, соответственно, нужно всего лишь 20 тысяч инвесторов. Вот на текущий момент у нас есть 5, да, вы видели. Нам нужно просто в 4 раза больше. За этот год нам вот этой вот огромной базе всех, ну, всего того, что есть, привлечь просто в 4 раза больше. То есть разница не с нуля начинает, а сначала просто увеличится. Ну и что я хочу сказать, что в наше время очень часто, мошенники и шпионы, да, переходят больше в онлайн-сферу, в криптосферу, и, в общем-то, враг не дремлет, как говорится, поэтому тоже мотор-колеса Дуюнова, как бы компания Solar Group это понимает, и тоже устанавливает систему видеонаблюдения для сохранности своих, так сказать, своего оборудования и также своего секрета фирмы, да, вот как это все производится, потому что, естественно, как бы есть секрет производства, который нужно, естественно, охранять, и любое предприятие, которое находится в офлайне сегодня, ну, должно, естественно, думать о безопасности, и, кстати, и вот Solar Group это не исключение, поэтому смотрим. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы и все те, кому не безразличен проект «Асинхронные двигатели Дуюнова». С вами Александр Сударев. В Савелмаш, как всегда, полно работы. Сейчас продолжается настройка и отладка стендового оборудования. Также в лаборатории на стендовом участке и в Литейной было установлено видеонаблюдение. Как всегда, членам команды Дуюнова есть чем заняться. Ну а вы подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта «Асинхронные двигатели Дуюнова», чтобы оставаться в курсе самой последней актуальной информации проекта. До новых встреч! В общем-то, коллеги, это все, что я сегодня хотел рассказать по проектам нашего инвестирования. Вот, список проектов будет приведен внизу в шоу-нотах. Обязательно инвестируйте. Те, кто не инвестирует, ну, очень плохо, потому что вы просто смотрите, а я зарабатываю. То есть я хочу, чтобы вы тоже зарабатывали, поэтому даже если у вас есть там каких-то 50 или 100 долларов, можете мне просто написать в тех соцсетях, которые внизу указаны, и спросить, я вам скажу, куда их лучше положить, где сейчас, допустим, есть динамика. Я вам просто скажу. Ну а те, кто просто сидит, собирает завкоины, собирайте дальше, это ваше право. 0902 сегодняшний пароль. Пишите мне, получайте свои завкоины. А с вами был Герман Пермяков. Услышимся и увидимся в подкастах. Пока.